Так, друзья, всем привет еще раз. У нас появилась супертехника под названием селфи-палка. И сейчас мы покажем вам наш суперстаксы. Вот. И нашу суперкоманду. Так, наша суперкоманда. Вот за моей спиной наш суперкапитан Стас. Передавай привет. Помаши ручкой. Вот. Наш начинающий матрос Юнга по имени Андрей. Куча ветеранов на другом буке. Передавайте привет. Эля, помашите ручкой. Вот. Нас очень много. Есть земляки из Одессы. Я родился тоже в Одесской области. И мы сегодня путешествуем на яхте, переплываем Джаггерлат. Джарылгатский залив. Спасибо, Стас. Идем с острова Джарылгач в сторону деревень. Красная, ну туда, короче, между Скадовском и Лазурная. Там... Да, да, там куча деревень. Значит, ветряные мельницы. Да, идем на материк, на большую землю. С Райского острова. Я провел ночь у монаха в келье. Он оказался очень нелюдимым отшельником. И мне подвернулись замечательные местные люди, которые приобщили меня к своему экипажу. Друзья мои, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, откомментировать хорошими словами, нажать на колокольчик и поделиться этим роликом с друзьями. Впереди еще много интересного. Мечты сбываются. Так, еще немного вам нашего супер стакселя. Это вот этот красивый-красивый парус. Я надеюсь, его видно сейчас. Я надеюсь, что меня слышно. Так, впервые я так вот осваиваю свою новую технику. Кстати, там тебе ничего не видно? Нет? Кино там? Ладно. Ладно, я потом проверю. Не видно там? Ладно, я потом проверю. Но мне показывают, что пишется. Так. Всем спасибо, друзья. Увидимся.